И снова есть кем гордиться. Соликамцы взяли золото экстремального забега «Парма Трейл». Соревнования прошли в Красновишерском районе. Участники забега поднимались на гору Шудья-Пендыш высотой 1050 метров. В горном трейле приняли участие 83 спортсмена из 4 регионов России. Среди них было 8 соликамцев. Евгения Соловьева, Александр Малышев и Дмитрий Садыков стали победителями на дистанции 21 километр. Вадим Кибанов оказался вторым на дистанции 12 километров. Олег Лубнин и Иван Баяндин преодолели 41 километр горной местности. С одной из наших спортивных звездочек мы пообщались сегодня днем в прямом эфире. Его запись можно найти в группах «Свое ТВ» в соцсетях и на нашем канале в YouTube.